Нужна ли была России революция 17-го года? Ответ на этот непростой вопрос искали в молодежном центре НУР студенты челнинских вузов и СУЗов, участники круглого стола, за работой которого смогла понаблюдать наша съемочная группа. Круглый стол с дебатами провели под вывеской «Великая Октябрьская революция глазами современного поколения». А посвятили, конечно же, 99-й годовщине этого события, которое отмечалось в минувший понедельник. Как оказалось, происходившее век назад и сейчас будоражит умы молодежи. События Великой Российской революции вновь стали проявлять повышенный интерес в связи с политической обстановкой во многих регионах мира. Гражданская война в Ливии, смена государственной власти в Украине в 2014 году, попытка военного путча в Турции в 2016 году и другие события напоминают нам октябрь 2017 года в России. Откуда появился голодный бунт? И почему не перестало хватать хлеба? Почему крестьян забрали их земли? Вот тогда. Если все было так шикарно. Множество споров среди участников конференции вызвал доклад, ставивший под сомнение необходимость революции в нашей стране в начале прошлого века. Вышедший к трибуне оратор доказывал, приводя в презентации всевозможные цифры и документы, что положение народа в те годы нельзя назвать бедственным. Впрочем, именно этого жарких дискуссий и обсуждений и добивались организаторы. Со смены политического режима в 1991 году на смену такому однобокому восприятию пришло тоже, наверное, однобокое отрицание. Но действительно интересно то, что спустя фактически вот сейчас 100 лет, время действительно это лучше судье, есть возможность, наверное, отрефлексировать и подумать о том, каково действительно значение этого события. Главное, чтобы молодежь искренне интересовалась историей и не оставалась равнодушной к урокам прошлого. А истина, как говорил Сократ, как раз в споре и рождается. Ксения Шулакова, Галина Дружинина, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.